деревне Лунки, поселок Удачный, вот, для установки вышки сотовой связи. Вот. Лунка должна быть глубиной не менее 3,8 метра и не менее 800 диаметра. Работы будет выполнять буровая установка БКМ-302 на базе ГАЗ-66. Это допустимая для нее и диаметр, и глубина бурения. Работы выполняет специалист, звать его Сергей. Он сейчас находится за пультом своей машины. Буровая установка БКМ-302 сейчас начнет свою работу. Уже непосредственно бурение будет производить на назначенном месте. Подкладывают под лапы опоры деревянные, так как будут мягкие. Бурение лунки глубиной 3,8 метра. Специалист, который выполняет эти работы, Сергей, говорит: лучшая для меня реклама — у нас есть бетон, если у вас есть враги. Ну, бурение уже почти завершено, осталось немножко прочистить саму лунку. Повторюсь, глубина 3,8 метра, 800 диаметр. Свои работы уже почти закончила, они уже складываются. Вот. Здесь в будущем будет стоять очередная вышка для сотовой связи. Вот. Сейчас машина собирается. Все прошло удачно, клиент остался довольный. Поэтому все счастливы. Я представляю строительное предприятие «Альпиндустрия». Мы являемся подрядчиками глобального оператора мирового сотовой связи Теле2. В данный момент мы выполняем работы по установке столба в поселке Удачный. Сейчас мы бурим влажную под столб диаметром 800 метров. Для выполнения этих работ мы нашли
компанию здесь, в Красноярске, спецпартнер. Обращаемся к ним уже не в первый раз. Работают, производят оперативно, техника приходит всегда вовремя. Никаких неприятных моментов сами у нас с ними у нас не возникает. Планируем и дальше сотрудничать. Также мы у них пользуемся услугами кранов, эскалаторов и всей строительной техники. Довольны сотрудничеством. В компанию «Спецпартнер» поступила задача пробурить лунку глубиной 3,8 метра. 800-м диаметром. Вот. Данную задачу выполняла буровая установка БКМ-302. Вот. Пробурились хорошо. Получилась лунка вот такого образца. Глубиной 3,8, диаметр 800 мм. Заказчик доволен. В принципе, работы уже завершены.